мой рецепт называется вкусный бургер. Сначала берем немного майонеза, намазываем на булку и размазываем. Потом надо добавить кетчуп. Любой можно кетчуп. Утром у нас сегодня был в Москве ледяной дождь, мы спешили как раз. Опять размазываем. Что у нас получилось? Вот такое вот. Потом добавляем колбаску. Потом надо добавить щуп. Вот так вот надо сделать. Колбаски добавить мало не бывает, да? Сыра. И накрываем булочкой. Все. Покажи, какой классный бургер получился. О, вот это бургер, да, бургер.